Вот видишь, даже, даже в специализированном магазине нету красных добыков. Зачем сейчас еще неизвестно, когда начнутся ни соревнования, ничего нету. Купили пояс, сейчас его отдадим. Вот здесь будет надпись: Настина фамилия, имя и школа. Настя со школы у нас тут. Зашли в красное-белое. У нее перекус. Вот так вот заделывай теперь. Нет, так. Все. Вот такой бутерик. Купила в красном-белом мандарины. 130 рублей килограмм. Здесь не килограмм. Сколько здесь? Что-то я не вижу. А, вот. Килограмм. Ой, сейчас распечатаем, будет запах Нового года. А? Я смотрела, сейчас Настя говорит, я кушать хочу. Я говорю, вон ресторан есть. Она вот купила себе. Сок взяла. Хлеб. Нарезанную колбаску. Ну ладно, просто нам ехать еще далеко. Отдавать пояс, на, чтобы нам напечатали фамилию, имя. Поехали. Ашан. Двигайтесь прямо. 2 километра. Хочу показать робота. Робот какой стоит. А, его плохо видно. А ты это приблизь. Настя, это кто? Где? Ну, никакой. Я не понял. Робот. Взяла сегодня филе грудки и вот эту штучку попробовать. Что-то смотрю, девчонки готовят все. Ну, делают в этом, как она, в пергаменте. Листы вот для жарки. На сухой сковородке курочку. Вот тоже хочу попробовать. Сейчас попробую, посмотрю, вкусненько будет или нет. Достала сыр этот, который, вон, видите, я же его все, мне его надолго хватает. Сейчас сделаю его на терке с майонезом, с чесночком. Гороховый супчик готовится. Здесь пробую делать эту курочку. В общем, вот так вот все это выглядит. Нет. Вот так на сковородке. И вот уже в готовом виде. Это вот приправки. Такие темненькие. Получается, как шашлык с пюрешкой. Вкусно, я уже попробовала. Суп. Вот такой вот в итоге Насте сделали пояс. Фамилия, имя. И вот написали. Школа тхэквондо Вейкера. Вот. Ага, ну ты-то давай, полази.